Бог, в Которого мы веруем, это всемогущий Бог, и во всех планах Он может сделать все для нас. Однако, когда человек живет, например, есть собака, кошка, если человек живет с животными, то их интеллект, конечно, ниже, чем человеческий. Есть сегодня многие женщины, которые живут с собачкой или с кошкой дома, Мужчина, человек, да, он немножко высок в плане интеллекта, поэтому они избегают жизни с мужчиной, и поэтому много женщин сегодня живут с домашним питомцем, собакой. И знаете, когда хозяин злится, собака будет терпеть, даже если пнет, потом даст печенье, и собака будет валять хвостом. Намного легче жить, чем с человеком, с собакой. И поэтому очень многие Девушки, они живут сначала с людьми, потом разводятся и живут да, с собаками. И им намного так проще живется. Однако Господь Бог, Он не хочет, чтобы мы жили так. Когда Господь Бог сотворил человека, Бог хотел иметь тесное общение с человеком. Однако наши мысли, они слишком узкие. Конечно, мы, наверное, лучше, чем собака. Простите меня, что я сравниваю людей с собакой, но по сравнению с уровнем Господа Бога, наши мысли, они очень узкие, очень маленькие. Так мы живем. Поэтому Господь Бог, Он спас нас и хочет вечно жить для нас с нами. И для этого, что Бог сделал? Я вчера был на похоронах, сестра моего старшего брата. Она Умерла, я участвовал на похоронах. Знаете, Господь Бог, как сделал? Тогда, когда мы пойдем в Царство Небесное, например, если мы будем жить до ста лет в этом мире, то для Господа Бога, который живет вечно, это. Понимаете, история в мигом пройдет. И поэтому Господь Бог, Он сделает нас так, чтобы мы могли с Ним жить вечно. Поднимите, пожалуйста, ваши руки. Поднимитесь, не стесняйтесь. Вот потрогайте ваши лица. Вот это лицо. Да, у нас есть лицо, но пройдет время, и это лицо изменится. В какое лицо поменяется? Такое, которое не будет стареть, которое не будет болеть. Господь Бог, Он вечный Бог. Тысячу лет мы будем жить, две тысячи лет неизвестно. Но Господь Бог сделал таким образом, чтобы мы могли прожить Вечность. Второе. Бог. Если мы живем, например, да, с животным, который ниже, чем мы интеллектуально, даже если при нем оно будет к нам приходить правильно, то же самое. Наш уровень слишком низким. Поэтому Господь Бог хочет создать такого человека, который будет на уровне Господа Бога. Такие мудрые, как Бог. Те, у которых есть любовь Господа Бога. Тогда Богу будет интересно с нами жить, верно? Жить с глупцами, вы думаете, будет интересно? Нет, скажу честно, не интересно совсем. Поэтому Господь Бог хочет нас сделать такими же людьми мудрости, как Господь Бог. И потом даст нам вечное тело, которое не будет стареть и сделает нас совершенными, когда мы живем в этом мире. Да, если долго проживем до ста лет, да, Каждый хочет, да, подольше пожить правильно в этом мире. Однако Господь Бог, да, со, со временем, конечно, мы можем забывать о нашем теле. Однако Господь Бог ведет нас в удивительный мир, в вечный мир, чтобы в этом вечном мире на уровне Господа Бога мы могли жить вместе с Ним. Такого человека Бог хочет создать. И среди этих людей, самое главное, это чем не наша внешность или наша продолжительность жизни, а именно очень Бог хочет, чтобы наш уровень мышления был похож на Господа Бога. Когда я читал Библию, Библии бытие, Исход, да, Левит, числа второзакония, сначала я не замечал, однако, Постепенно я начал замечать в Библии, что некоторые слова запоминаются в моем сердце. Например, Яков, он убежал от брата своего в Месопотамию и у колодца встретился с девушкой Памирхи. Они полюбили друг друга. И они женились. Есть такая история. И Рахиль встретилась с Яковом у колодца. И потом я как пропустил этот момент. А что было при Аврааме? Авраам позвал старую слугу и говорит, что пошел найти невестку для сына. И слуга идет в Месопотамию, и в Месопотамии у колодца, смотря на девушек, которые идут напирать воды у колодца, да, он просит, дайте, пожалуйста, мне воды. Тогда эта девушка говорит, да, вот воды. И давайте я для ваших верблюдов дам воду. На самом деле, чтобы говорили такие слова, то этот человек будет для, для моего сына. Хозяин так молился слуга. И не успел он закончить молитву, как приходит Ревека. И он сказал Ревеке, дай мне пить. Тогда она говорит, вот, возьмите. Возь, может, вам еще дать для верблюдов? Есть 10 верблюдов. Знаете, они пьют очень много воды. Понимаете? Очень много литров выпивают. Это не просто. Но интересно, она дает воду. И таким образом Ревейка становится супругой Исаака. И я сначала думал, ну, понятно. Потом Моисей был сыном дочери фараоновой. Потом он убежал, Митьян. И у колодца встречается девушка по имени Сифура. И тогда другие пастухи, они мешали ей. Моисей же защитил, заступился за нее и позволил накормить стадо, и она вернулась домой. И отец спрашивает, «Как так получилось, что сегодня ты рано пришла домой?» Тогда она говорит, что «Я встретил одного египтянина, который да, защитил нас и позволил нам напоить наше стадо, и так я вернулся раньше». И тогда ее отец говорит, «Почему ты его оставила. Нужно было пригласить домой и угостить его. И таким образом Моисей встречается с Сифорой. Потом они женятся и занимаются делами Господа Бога. Если посмотреть Евангелие от Иоанна, Иисус Христос у в Самарии встречает же самаритянку. В духовном плане, да, в духовном плане, да, Иисус Христос становится да, да, мужем этой самарянки именно в духовном плане. Когда мы читаем только одну сторону Библии, я не замечал. Однако, чем я больше читал, я начал понимать, а, у колодца нужно встречать, да, не весь, то тогда будет хорошо. И тогда я был еще холостым. Я часто ходил вокруг колодцев. Но, к сожалению, я не встретился у колодца мою супругу, а встретился на автовокзале города Пучон. Однажды миссионер позвал меня и говорит, «Хочешь пойти в город Пучон?» Я сказал, «Конечно, миссионер». Я не знаю, почему он никогда не, не звал меня с собой. И я ждал с ним, и тут приехала одна девушка, до сих пор помню, что мы тогда ели. Мы впервые побывали в гостях у нашей сестры. Я ел блюдо, которое называется карри райс. Знаете, оно было таким солетным. До сих пор не могу забыть, как, какое было солёное. И тогда я про себя подумал, наверное, это потому, что мы находимся рядом с городом Мичон, где море. Когда мы читаем Библию, Многие места соединяются в нашей голове и начинаем видеть сердце Господа Бога. Мы должны не просто читать Библию, а через Библию мы должны знать сердце Господа Бога. И чтобы сердце Божье стало с моим сердцем единым, сначала мы можем не замечать. Однако, когда наше сердце станет единым сердцем Господа Бога, тогда Господь Бог, Он начнет приблизиться к нам. В Библии написано, «Нашел я сына Иесеева, по сердцу, мужа по сердцу моему». Да, мужа по сердцу моему написано, который исполнит мои хотения и делает царя израильского. Однако, если мы посмотрим Библию, которую мы сегодня прочитали, Давид когда воцарился. Сначала до этого находился в Сикелаге, потом был сожжен Сикелаг, он пришел к Иудею и становится царем иудейским. Если бы Сикелаг не был сожжен, он бы продолжал бы находиться в Сикелаге. Однако, поскольку Сикелаг был сожжен, он больше не мог находиться, поэтому перешел в землю, которая называется Хеврон, и стал царем. И в Сикелаге с Давидом следовало примерно 600 человек. Но интересно, когда он пришел в Хеврон, за Давидом, я, конечно, не могу точную цифру сказать, но примерно 300 тысяч человек да, поддержали Давида и поставили его царем. Тогда скажите, что же произошло за это время что такое драгоценное деяние происходит в жизни Давида. Но, если посмотрим слово, которое мы сегодня прочитали, что написано в 7 главе 1 стихе 2 царств? Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот я живу в доме Кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». Это очень важное слово. Давид, когда он начал заниматься делами Господа Бога, царь Саул хотел убить его. Были многие противники у него. Однако, Давид сражался с врагом и потом прогнал амаликитян, филисимлян и также многих других врагов. Потом по благодати Божией он смог преодолеть всех врагов и находиться во дворце. Тогда мы бы как поступили? Да, мои подчиненные, вам было ведь нелегко но теперь давайте пригласим семью, да, и проведем время. Или наши солдаты так хорошо трудились, давайте построим пир для наших солдат, чтобы они могли насладиться. Или давайте наградим тех солдат, через которых Бог дал нам спасение. Он может вполне об этом подумать. Однако Давид совсем не думает об этом. И что он говорит Нафану, пророку? Вот я живу в доме Кедрова. Дерево Кедр. Это очень хорошее дерево. Кедровое дерево, оно очень не портится. Насекомые не сильно едят его. Можно сказать, дерево лучшего качества. В Японии есть очень много кедровых деревьев. И если ты в Японии построишь дом из кедрового дерева, тогда нужно будет платить большие налоги. Да, настолько дорого стоят эти деревья. Я же, да, он говорит, живу в доме до да, Кедрова. А Ковчег Божий находится под шатром, то есть находится да, в скине, которая сделана из шатра. И Давид говорит, я живу в доме Кедровом, а Ковчег Божий находится под шатром. Что обозначают эти слова? Вот, я по благодати Божьей стал царем. Значит, да, ковчег Божий должен находиться в лучшем месте, да, а я нахожусь в чем ковчег Божий. Поэтому давай строить храм Божий. Вот что значит эти слова Давида. Соломон, он когда построил храм Божий в Иерусалиме, это было спустя 480 лет После того, как Израильский народ вышел из Египта. Да? Спустя 480 лет после того, как Израильский народ вышел из земли египетской, тогда ковчег да, носили с собой в пустыне, потом делали скиню из шатра. И даже когда они освоили израильскую землю, все равно Ковчег находился на скине. Поэтому Давид говорит: что вот я нахожусь в доме Кедровом, а. Так ковчег Божий находится под шатром. И Давид предлагает да, строить храм. Можно увидеть, как Давид узнал сердце Божие. И он прикрепился к этому сердцу. Я в 2001 году основал хор Грачес. Когда я основал хор Грачес, я читал газету Чосан Ильбо, и какая была там статья? В те годы в нашей стране было очень известное трио. Что значит трио? Это фортепиано, виолончель и скрипка. Это была очень хорошая группа. Из компании SK в поддержку этой группы давали по 500 тысяч долларов в год. Но однако, из-за того, что они не могли соединиться с сердцем, они разошлись. Поэтому журналист газета, который отвечает за искусство, он писал сожаление о том, что эта хорошая группа, трио, развалилась. Когда я прочитал эту новость, о чем я про себя подумал? Именно в те годы мы начинали хор. Даже трио, да, где три человека не могли воссоединиться с сердцем, и поэтому они распались. А в хоре десятки людей, особенно... Знаете, среди членов хоров, знаете, какая душа есть? Например, есть три сопрано, да? Есть первый сопрано, который про себя думает, я пою лучше других. Да? Душа человека так устроена. Второй сопрано думает, да, я пою лучше, чем третий сопрано. Каждый думает, что поет лучше, чем другой. Поэтому среди членов хора да, есть... Да, солисты и всегда внутри могут образовываться подобные конфликты даже троих да, вести тяжело а 30 6, 60 человек или когда 100 человек будет как их вести я не был уверен что смогу их вести поэтому я размышлял для того чтобы хор мог сохраниться, нужно передавать Евангелие для Господа Бога. Тогда Бог защитит этот хор. Поэтому не для каких других целей, а именно чтобы славить Господа Бога, для того, чтобы прославить Бога, чтобы свидетельствовать о Господе Бога. Для этого был основан хор и оркестр Грачес. И в прошлом году, и в этом году в Америке они выступили перед залом это перед людьми, где собралось 150 тысяч человек. И поэтому в Америке признали хор «Гражданск» как лучший хор. И теперь да, в, в город Дельты правится, чтобы мы работали, а мэр города Лос-Анджелеса говорит, что все, что вам нужно для проведения концерта, вы обращайтесь ко мне, тогда всем, чем могу, я вам буду помогать. Многие американцы теперь поддерживают нас. Что главное, о том, что это хоровое пение, то дело, которое мы делаем, например, служение пастора, или то, что мы евангелизируем, есть человек, который делает своими мыслями, есть человек, который делает да, мыслями Господа Бога. Давид, когда он воцарился над Израилем, то самое первое, да, они зашли в Хананскую землю, но еще в то время в Хананской земле было очень много других народов. И. Евусеи жили именно на том месте, где сегодня находится Иерусалим. Иерусалим – это крепость на горе. Однажды мы были в Иерусалиме, и мы ехали на автобусе, и поскольку там была очень резкий, резкая дорога, поэтому пришлось даже остановиться немножко, чтобы машина могла подняться. И получается тот народ, который жил в Иерусалиме, никогда до этого да, не подвергались внешней атаке. Почему? Потому что это город на горе, на вершине горы. И поэтому даже если враг придет, легко победить их, нужно просто бросить камень. И это был городом, который невозможно было овладеть. Поэтому что говорит да, правитель? Даже да, хромы. И слепые смогут победить тебя. Однако Давид, он захватил этот город. И что он сказал? Всякий поднимется через водный канал. То есть там, где течет вода. Таким образом смогли захватить город. Когда мы читаем Библию, почему Давид берет и атакует именно в этот город? Потому что Господу Богу угодно, чтобы Он строил храм. Когда они пришли в Хананскую землю, да, может путешествовать, может что сделать, может хорошо поесть, может устроить пир. Не так Давид думал. Он позвал пророка Нафана и говорит, «Я живу в доме Кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И предлагает строить ковчег в Иерусалиме. Души душе Давида образовалось такое сердце. Когда мы читаем Библию, ясно можем увидеть. В пятой главе, получается, вторая книга Царств, пятая глава, и пришли все колено Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, «Вот мы, кости твои, плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда царствовал над нами, ты выводил и водил Израиля. И сказал Господь тебе, ты будешь «Спасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон. И заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом. И помазали Давида в царя над Израилем. Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал сорок лет. В Хевроне царствовал над Юдом семь лет и шесть месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Юдою. В 5 главе 5 стихе говорится, как Давид становится царем над всей Израилем. 6 стих. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против Евусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду, «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это значило, не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид в тот день, «Всякие, убивая Ивусеев, пусть поражает копьем их хромых и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень». Смотрите, что здесь написано. Евусеи, они жили в этом городе, на горе Сион, крепости Сион, или можно назвать это город Давидов. И этот город, крепость на горе, в Иерусалиме Бог хотел построить храм. Поэтому после того, как Давид воцарился, самое первое, куда он атаковал, это был Иерусалим, где жили Евусеи. И тогда Евусеи жили на том месте, где находился, находит, потом построили храм Божий. Израильтяне вышли из Египта, пришли в Хананскую землю и продолжали там жить. Однако на протяжении 480 лет, да, спустя 480 лет Соломон построил храм. И на протяжении всего этого периода Примерно 440 лет. Никто да, не думал остроить храм. Просто скине находилось да, по шатру. И ищет Господа Бога, когда есть проблема. Бог убирает врагов, противников. Потом народ снова начинает впадать да, в земные бога, начинает попадать под искушение. Поэтому Господь Бог, Он в Иерусалиме хотел построить храм Божий и находиться вместе с израильским народом, чтобы центром души израильтян был Иерусалим. Вот что хотел Бог. Однако, когда хотели построить храм, а проблема в том, что да, были местные племена, и никто не занимался этим делом, чтобы их уничтожить. Давид, когда стал царем, самое первое, что он сделал, он наполнил на Евусеев. Для чего? Потому что он сдал сердце Господа Бога, что Бог хочет построить храм в Иерусалиме. Поэтому был для того, чтобы построить храм, он напал на его сейф и отобрал этот город, потому что это было угодно Господу Богу. Сразу, когда он воцарился, самое первое, что он сделал, это он приобрел место для строительство храма. Потом в седьмой главе, что говорится в седьмой главе? Первый стих. Когда царь жил в доме своим, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда, второй стих, давайте вместе прочитаем, 3-4. Тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот, я живу в доме Кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». Другими словами, да, Давид жил в хорошем доме, сделанном из кедрового дерева. Однако, поскольку израильтяне еще не построили храм Божий, поэтому Ковчег Божий находился да, в шатре. Эти слова значат о том, что я хочу построить храм Божий, правильно? живем вместе одинаковой жизнью. Когда я получил спасение, о чем я подумал? Я немножко размышлял о Евангелии. После того, как я получил прощение грехов, я читал Библию. Библии во многих местах написано о прощении моего греха. Первое, что я понял, это в книге Левит 4 главе. О жертве за грех. Это слово очень сильно повлияло для того, чтобы я мог получить спасение. Второе. Именно о приношении за грех, который написано в послании к Евреям. Потом пророчество, которое есть в книге Исаия, о том, что Иисус придет, чтобы очистить наш грех. Я читал многие места из Библии. Затем я понял, что многие служители не читают Библию, поэтому христианство Южной Кореи идет в неправильную сторону. Особенно есть церковь, которая исполняет субботу. Они говорят о том, что нужно исполнять субботу, то есть когда солнце садится в пятницу и снова сядет в субботу. Однако в Библии написано, что закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. То есть закон не является самым образом вещей. Что значит исполнять закон? Это значит, да не просто субботу исполнять, однако, что есть будущее благо. Другими словами, это символизирует Иисуса Христа. Суббота начинается тогда, когда в пятницу садится солнце, и тогда все жители Израиля должны отдыхать. Ни в коем случае они не должны брать на себя бремя. Нельзя нести никакого груза. Нельзя много ходить, нельзя трудиться, нужно всем отдыхать. Я не знаю как. Но, например, те рабы, которые были в Израиле, целый день несут тяжелейшее бремя. Идут, идут. Потом, когда солнце в пятницу садится, начинается суббота. И тогда... Они, могут оста... Они должны оставить все время, которое находится на них. Тогда, почему же Бог говорит, чтобы исполняли субботу? Евангелие от Матфея Иисус говорит так: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Также написано. Написано Я успокою вас. Что это значит? Это значит, я помогу вам иметь субботу. Вот что это значит. Потом, в Ветхом Завете, когда наступает суббота, те люди, которые несут бремя, с наступлением субботы должны отпустить все бремя. То же самое, когда мы приходим к Иисусу Христу, все наше бремя, которое называется грех, мы должны оставить. Для того, чтобы нам изъяснить это, Бог учит нас о субботе. Закон — это тень будущего Благо, а не самый образ вещей написано. Колоссянам в второй главе написано. Давайте посмотрим, что там написано. Вторая глава, 16 стих. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего. Понимаете? Это есть тень будущего, а тело во Христе. То есть и Христос является настоящим. Через субботу, да, ты можешь отпустить бремя. Что это значит? Как в субботу мы отпускаем все бремя, которое у нас есть, также когда мы приходим к Иисусу Христу, все бремя, которое у нас есть, мы должны оставить. Для того, чтобы это нам показать, Господь Бог нам дал субботу. Понимаете? Иисус Христос говорит, «Придите все ко Мне, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Женщина, взятая в прелюбодеянии, ее поймали во время прелюбодеяний. Она, скажите, приобрела субботу, которая была в Иисусе? Да, она смогла приобрести. В Ветхом Завете все, что есть, это символизирует Иисуса Христа. Иисуса Христа, который придет. И Иисус освободил нас от всего нашего греха. Поэтому мы можем иметь покой. А Иисус сделал, чтобы мы могли покоиться. Вот что это значит. Однако люди просто делают акцент на то чтобы мы исполняли субботу. Иисус уже пришел. Истинная суббота ⁇ это тогда, когда я вхожу в Иисуса Христа и могу оставить все бремя, которое у меня есть из-за греха моего, и приобретаю истинный покой. Это есть исполнять субботу. И сейчас мы находимся уже в субботе. Однако, даже находясь здесь, как бы ты хорошо не исполнял субботу, даже если ты хорошо исполняешь, однако, если ты не получил прощения грехов, если ты не можешь приобрести отдыхать от греха, это значит не настоящая суббота. Истинное значение субботы — это то, что Иисус Христос пришел и освободил нас от нашего греха. Вот что значит. И для того, чтобы мы могли это осознать, Бог дал закон о субботе, когда нужно оставить все время. То же самое, Давид не просто вел духовную жизнь, однако Давид, он знал сердце Господа Бога. И поэтому в Деянии 13 главе 22 стихе написано, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иесеева». Аминь. И затем продолжается, «Который исполнит все хотения мои». Когда мы получили спасение, мы стали одним сердцем с Иисусом. Когда мы читаем Слово Господа Бога, когда мы получаем Его руководство, постепенно мои мысли и Слово, которое говорится в Библии, сердце Божие отличается. Поэтому мы начинаем понимать, а, это неправильно, а это правильно. И постепенно, когда мы погружаемся в Библию, мы становимся единым с Иисусом Христом. Я после того, как получил прощение грехов, я служил в городе Сансан. -Сан. Я про себя думал, а, наш служитель не знает, что такое прощение грехов. Наверное, это из-за того, что я живу в деревне. Если я поеду в Теку, да, в город, там будут служители, которые будут знать, что такое прощение грехов. Однако, когда я пришел в Тейку, тоже служители продолжали говорить о том, что мы грешники. Я думал, в Сиуле, наверное, не так. Но когда приехал в Сиул, в Сиуле тоже все говорили о том, что мы грешники. Господь Бог в Ветхом Завете уже пророчествовал о том, что Иисус Христос придет, и для этого Он показывает, как нужно закалывать животное жертву, объясняет нам для этого. Однако, поскольку он не знает это, даже вот мысли, который отличается от слова Господа Бога. Но Давид, он начинает вести духовную жизнь, общается с Господом Богом и делится своим сердцем и точно знает, что Бог хочет от него. Он узнал, что хочет Бог от него. Построить храм в Иерусалиме. Израильтяне пришли в Хананскую землю. Однако чуть что, да начинает служить Валу, другим богам. Все царя такие. Потому что основы нет. А если построить храм в Израиле, в Иерусалиме, тогда будет основа духовной жизни. И для этого Бог хотел построить храм. И спустя 480 лет, на протяжении всего этого времени, никто не думал строить храм. И тогда среди людей Божьих был Давид. И Давид, он не просто жил с Господом Богом, но он рассматривал сердце Господа Бога, искал сердце Господа Бога и был по сердцу Божьему. Другими словами, о чем думает Давид? Господь Бог хочет строить храм в Иерусалиме. Давид этим не занимался и потом начинает готовиться. Сначала Давид был царем над Юдой, Калина Юдой. После того, как стал умер, в Хевроне Давид воцарился и стал царем над всем Израилем. И когда он стал царем над всем Израилем, первое, что он сделал, он поднялся в Иерусалим и напал в землю, где жили Евусеи. И в Библии написано, что на гумне да, Орна Евусеянина построил храм Божий. То же самое, до этого в Иерусалиме жили язычники, и Давид уничтожил всех их и освободил землю. Иусии жили в крепости на горе, и поэтому думали, что никто не сможет победить. Что они говорили, что даже хромы и слепые смогут тебя победить. Так они говорили перед Давидом. Однако Давид разгневался и сказал: да. Первый да. убивайте хромых и слепых, да? И поэтому вышел слово «слепой и хромой не войдет в дом Господень». Так Давид захватил Иерусалим. И в 8 главе, 7 главе, смотрите. Вторая царь, седьмая глава. Первый стих. Когда царь жил в доме своем и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, другими словами, он уже, да, Бог уничтожил всех врагов, чтобы он мог построить храм. И когда царь находился в храме, что мы бы делали? Да? Поскольку мы каждый день воевали, уже многие погибли, и нужно успокоить да, семью погибших солдат и военачальников, поддержать, наградить чем-то, да, провести веселье, пир. Такое время ведь нужно провести. Однако Давид же не делает это. Он говорит, я живу в доме Кедрова, а ковчег Божий находится под шатром. Другими словами, он говорит, я нахожусь в хорошем доме, который, в хорошем здании нахожусь. Однако ковчег Божий находится под шатром. Разве так можно? Давайте будем строить храм. Такую душу он выражает. Но Бог делает, чтобы не Давид строил, а чтобы Соломон построил. Ты воин и пролил много крови. Поэтому не надо строить. Но твой сын Соломон построит храм. Т так Бог сказал. И с того момента, в 8 главе, если мы посмотрим 8 главу, о чем там говорится? Господь Бог начинает удивительным образом помогать Давиду. 8 глава, 1 стих. «И после всего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефис Гамав из рук филистимских, и поразил Мавитян, и смирил их веревкою, положив их на землю, и отметив две веревки на умышление, а одну веревку на оставление в живых, и следовали у Давида ровами, платящими дань, и поразил Давид от Разара сына лихого царя Сувского, когда тот шел, чтобы восстановить свое Владычество при реке Ефрате, и взял Давид у него 1700 всадников и 20 тысяч человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для ста колесницы и пришли сирийцы дамаски на помощь к Адразару, царю Сувскому, но Давид поразил 22 тысяч человек сирийцев. Куда бы не ходил Давид, рассказывается, как Давид одерживает победу, Почему? Потому что через то дань, который он получал, и то, что он отвоевал, на основе этого построить храм Божий. Живя в этом мире, когда я чем-то занимаюсь, однажды я подумал, что же будет угодно Господу Богу? Господь Бог? Чтобы спасти нас, греховных людей, Иисус Христос умер на кресте. Однако, для того, чтобы мы не получили спасение, сатана обманывает нас. И чтобы свидетельствовать о прощении грехов, нам заниматься делами Евангелия. Вот что Бог хочет от нас. И с того момента... Я понял, что если я буду делать дела Божие для распространения Евангелия, тогда Бог во всем будет мне помогать. И через воскресную школу я передавал Евангелие. В каждый город ездил, передавал слово, проводил библейские семинары. И в 1972 году родилась моя дочь Инсук. В 1973 году в январе я жил в Кимчоне и переехал в Тегу до Ким Чона я просто ходил да, и проповедовал. А потом я понял, что нужно открывать свою церковь. Я знал, как нужно вести пресвитерианскую церковь, но я не знал, как вести церковь, которая спасенная. Придя в Дегу, я открыл церковь, где собираются спасенные люди, чтобы Дух Святой мог действовать я нашел церковь. Знаете, когда просто ездил, да, проповедовал, все получалось. Однако, когда я начал находиться, открыл церковь, тогда братья попадали под искушение, появлялись разные проблемы. И после этого Самая главная цель нашей миссии – это передавать Евангелие о том, что кровью Иисуса Христа мы получаем прощение грехов. И книги писал с этой целью, и евангелизационные семинары проводил для этого, и также миссионерскую школу начал для этого. По всему миру мы отправили миссионеров, и по всему миру. Да, теперь мы стали самой большой миссионерской организацией. В 2017 году я начал проводить в Америке Форум христианских лидеров CLF, где участвовало 700 служителей. Услышав то Евангелие, который мы передаем, они удивляются, и в Америке теперь многие служители хотят вместе с нами работать. В 2018 году 1150 служителей собралось китайских служителей. Мы их пригласили. Я был удивлен куда мы не ходим, мы проводим всегда общение служителей. И уже 150 тысяч служителей через нас услышали Евангелие. И теперь все они работают вместе с нами. В Теджоне, когда мы проводили библейский семинар, тогда многие люди уже пришли, служители. Теперь кто-то из них на месяц, на два месяца приезжает в Корею, учится у нас. Да, они собирают служителей у себя, и мы проводим семинар. В Мексико. тоже я несколько недель передавал слово Евангелие, и собралось 700 служителей. И знаете, они так глубоко впечатлены словом. Главное, это то, что бы мы думали, что же Богу угодно в наше время? Это распространять Евангелие. Поэтому Через всех мы стремимся передавать Евангелие по всему миру. И селаев проводим для того, чтобы передавать Евангелие. Волонтеров отправляем тоже ради Евангелия. Вчера мы проводили конкурс знания английского языка, тоже проводим для Евангелия. Проповедуем для индейцев, да, для местных племен, тоже ради Евангелия. Поэтому Господь Бог... Он удивительным образом благословляет наши дела. И когда я вижу, я очень сильно удивляюсь. Многие люди приходят в церковь, верят в Господа Бога и хотят просто жить удобной жизнью для них. Однако, когда мы будем стремиться передавать Евангелие, в последнее время в больших корейских церквях появляются разные проблемы. В основном проблемы появляются из-за денег. Кто-то покупает земли, вкладывает куда-то. Мы да, этим не занимаемся. Да, пользуемся государственным банком. Да, бываем, что мы вкладываем деньги, да, чтобы и дома деньги не лежали, и потом в Гаити в последнее время то правительство Гаити из-за того, что президент на вторично хотел участвовать на выборах, поэтому страна, так скажем, начала находиться в хаосе, все правление разрушилось, в столице еще более-менее, а в регионе там служит Миссия Льянсоль. И с одним волонтером он живет. Однажды этот брат вышел на улицу. И на мотоцикле он ехал, и встретился разбойника. Разбойники, они по всей стране находятся на Гаити. И местного брата настрелили, и пуля пролетела да, через руку, и операцию провели. Слава Богу, что как смогли провести хорошую операцию. Я разговаривал с мамой этого брата, и потом вчера я еще разговаривал и спросил, а у тебя как, еды хватает, чтобы прожить? Вот пассар у меня в Корейском банке есть да, счет, и у меня карта, карта есть, и можно оплачивать. А деньги есть, я говорю, да, есть, пастор. Я немножко отправил ему средства так, чтобы где-то месяц он мог прожить. Я сказал, если нужна будет помощь, ты позвони мне. Самое интересное о том, что многие служители, которые там были, поскольку грабители приходят в церковь, все разбежались из Гаити. Однако миссионер Иоанн что говорит? Братья и сестры так тяжело живут, и они не могут просто питаться, поэтому приходят все в церковь. И в церкви все больше и больше людей становится, которые едят. И нужно больше риса. Правительство сейчас, можно сказать, сейчас страна находится без правительства. Полиция ходит, да, ворует. Очень страшно сейчас. Но братья и сестры собираются в церкви. Они вместе обедают, хотя немного, но делятся едой, пищей, изучают вместе Библию. Воскресные для школы проводят изучение гимнов, танцуют вместе, служат Слово. И это стало раем в аду. Когда мы живем ради Господа Бога, ради Иисуса Христа, когда мы служим Иисусу Христу, это жизнь. Это не просто жизнь. А тогда, когда мы живем ради Иисуса Христа, наш, ради Господа нашего, когда Он станет нашей целью, не надо ставить целью просто жить и заботиться о своих детях. Не надо стремиться просто хорошо воспитать детей. Не надо стремиться просто жить да, богатой жизнью. Ради Евангелия, когда вы будете жить, то Иисуса Христа да, будет тысячи, десятки тысяч помощи от Него. Да, ведь он узнал сердце Божие. Господь Бог хотел построить храм в Иерусалиме, чтобы вокруг этого храма объединить сердца израильского народа, чтобы они увидели деяния Господа Бога. Вот что хотел Бог. Но тот, кто знал такое сердце Господа Бога, это был Давид. До этого Бог избрал и Самсона и дал ему силу. Однако он не мог больше использовать его. Также Саула поставил и Саул, и Самсон, они впали в грех. И только Давида, когда Бог поставил, который был по сердцу Божьему написано, то, что делает пастор Успак, ведь везде, во всем, все получается хорошо. Разве это не удивительно, это удивительно. Сегодня я поеду после собрания в Мьянму. Завтра, да, у нас будет с лидером до этой стороны встреча. 30 минут, пожалуйста, много помолитесь, чтобы за полчаса я мог передать Евангелие. Господь Бог позволяет нам встречаться с президентами разных стран, чтобы мы стали одной семьей. Королевство Айсватни. Когда король этой страны получил спасение, знаете, он так близко к нам начал относиться. Когда я еду, он обязательно да, зовет меня. король почти не спит ночью. Представляете, а секретарь да, умирает да, из-за того, что очень много работы. Особенный человек, но ну, интересно, он ну, очень любит Господа Бога. Он любит читать книги, которые я ему даю. Когда мы впервые встретились, после этого он пригласил меня на Королевское молитвенное собрание. Это очень большое мероприятие, где трансляцию которого слушают все граждане. И он хотел слушать слово. И потом была возможность вместе пообедать с королем. Все, что мы просим, он во всем помогает нам. И когда я вижу такого Господа Бога, вы не представляете, как я благодарен. Мы да, хотим зарабатывать деньги, хотим жить хорошо, ну, теперь попробуйте ради Господа Бога жить. Может, вы сможете заработать деньги. Однако деньги, это не значит, что вы сможете сделать все. Даже если у вас высокая должность, вы не сможете сделать все. Однако, если служить Господу Богу, если будете жить жизнью, которая направлена для Господа Бога, тогда вы увидите, как удивительным образом Бог будет во всем нам помогать. В прошлый раз да, я поехал в Фиджи на праздник, и посол Фиджи, который ходит в нашу церковь, он дал мне возможность передавать слово. По расписанию мне было написано, что 5 минут. Но посол сказал, 20 минут вы говорить будете, 30 минут, неважно, говорите столько, сколько вам угодно. И я передавал там слово. И знаете, многие гости, которые пришли на праздник да, страны Фиджи, очень внимательно слушали слово. Раньше Фиджи это было колонией Великобритании, и королева собрала всех высокопоставленных людей Фиджи и сказала, что до сих пор я правила вашей страной, но я хочу, чтобы Иисус управлял этой страной. Если вы хотите получать руководство от Иисуса Христа, тогда я дам независимость вашей стране. Таким образом независимость получила страна Фиджи. И жители Фиджи, они очень любят Господа Бога. Однако, поскольку не знают Евангелие ясное, поэтому Бог позволил нам встретиться с ними и все жители Фиджи. Они могли быть покрыты Евангелием. И когда я вижу где-то я очень благодарен Господу Богу. Те пути, о которых я не мог даже представить, Господь Бог открывает. Когда я смотрю на себя, смешно мне даже. Однако вы, да, вы родились, воспитывали своих детей, да, и хоть ум... не надо думать только о том, чтобы умереть хорошо. Пока я не стану перед Господом Богом, Иисус Христос пролил свой кровь за меня, теперь я буду жить ради Иисуса Христа, хотя бы сейчас. Буду жить ради Евангелия, буду жить служа Господу Богу. Тогда наше сердце будет по сердцу Божьему. И если сердце Иисуса Христа будет ищем вас, Тогда, если вы будете заниматься делами, которые угодно Господа Богу, тогда то, что вас радует, это радовать будет Господа Бога. А то, что вам не нравится, не будет нравиться Иисусу Христу. Тогда чем вы бы не будете заниматься, будет все вы заканчиваться прекрасным образом, и Бог будет благословлять ваши дела. Понимаете это? Господь Бог, Он, да, хотя при жизни Давида было много людей, а Давид всего лишь был пастухом. Однако Бог говорит, Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Есеева, Господь Бог. Спустя 480 лет, как израильский народ вышел из Египта, однако только Давид знал сердце Господа Бога о том, что Бог хочет построить храм. Поэтому Бог делал, чтобы через Давида храм Божий был построен в Израиле. Я часто говорю про Неемию, Однажды ему известили о том, что в порабощении, в страдании находится израильский народ. О том, что город сожжен, и стена разрушена. Это город, который мы построили. Это стена, которую мы построили. Он плакал и плакал. И однажды царь... Там, ай, не был, он был виночерпием. И царь говорит, да, ты не будешь этого нет, а верно печально сердце. Тогда Немин испугался и потом сказал, что как не быть печальным лицом моему, когда город, дом гробов отцу моих запустений, и ворота в его сожжены огнем. И была рядом царица, и царица говорит, что ты хочешь? Хочешь построить Эту стену, что ли? Когда ты сходишь, да, когда сможешь вернуться, что тебе сделать? То, что он не мог даже подумать, Господь Бог через да, царя открывает. Разрушена стена. Через кого хочет построить Бог? Да, через тех людей, которые страдают за то, что стена разрушена. Многие враги ждут его, но мы можем увидеть, как удивительным образом он строит эту стену. Сегодня, кровью Иисуса Христа мы получили прощение грехов. Однако не понимая этого, многие люди страдают во грехе. Кто же позволит им услышать это драгоценное Евангелие, чтобы они могли освободиться от греха, чтобы они получили спасение? Кого я отправлю к ним? Когда мы говорим, ⁇ Меня отправь, Господи, чтобы мы стали такими драгоценными служителями Господа Бога, тогда наш Господь Бог, Он, да мы будем Давидом нашего времени, и мы будем истинными служителями Господа Бога, которые радуют Господа Бога, которые будут получать благословение Господа Бога, это ясно мы можем знать. Когда мы читаем Библию, да, сегодня многие люди, чтобы получили спасение и стали одной церковью, и чтобы в церкви мы объединились силою и передавали Евангелие, чтобы всю славу возносили Господу Богу. Бог хочет, чтобы мы совершали удивительные дела перед Ним. Когда мы хотим заниматься делами Господа Бога, Бог делает, чтобы мы победили Евусеев, чтобы получив добычу, использовали эту добычу для строительства храма Господа Бога, и потом вставить Соломона, чтобы построить храм Божий. Дорогие братья и сестры, мы получили спасение. Давайте не будем жить ради нашей плоти, чтобы нам было удобно. Давайте будем жить для Господа Бога. Давайте не будем сравнивать с да, себя и не будем обмануться сатаной. Давайте для того, чтобы исполнить волю Господа Бога, будем трудиться. Для этого будем спасать людей, будем задействованы в драгоценном деле Господа Бога, тогда я верю, что Господь Бог удивительным образом нас будет благословлять и мило, и мы станем счастливыми людьми.